Иван, ты что там делаешь? Пойдем сюда. Вань, пойдем сюда. Братух, Артем, готовы? Я только начал делать. Ты только начал делать, а я видел, что ты... Давайте, парни, попить. Пять минут попить. Я не стоял, я делал. Делал, молодец. Все, давай, перерыв. Ну давай сюда, показывай. Сергей. Все подписано. Молодец. Соловьев Макар, 6-е место. Вообще красавчик. В следующий раз, если ты представляешь интерес спортивно-культурного клуба «Вместе», тебе надо попросить, чтобы написали Соловьев Макар, СКК «Вместе». Если что, может быть, Сергей Сергеевич попросит, как только в грамоте будет написано, что ты представляешь интерес СКК «Вместе», мы дарим тебе за участие одну и другую грамоту, это в двух номинациях, мы дарим тебе два занятия. Одно подарочное занятие за вот это, а другое за вот это. Это как бы по дамам грамотам будет. Тебе надо написать здесь СКК «Вместе». Ну или тебе, или Сергей Сергеевич попроще, он подпишет. Я поздравляю тебя, во-первых, да? Молодец. Ты в этой футболке ездил? Да. Ты как представитель клуба был? Ну тем более надо, даже мы написали. Смотри, как выглядит. Сейчас покажу, может быть, где-то есть. Вот. Видишь, СКК «Вместе», Петрову Захару. И вот здесь подписано, мы с радостью подарим. И так, если поздравляем, а это вообще будет еще такой подарок. Да, можно, Роман? Можно магнезию? У меня? А где я тебе? Мне надо родить тебе магнезию? Возьми, вот там баночка стоит. Ром. Очень нужно, возьми. Ром, ну ты поблагодари, братан. Что, сейчас Сергей Сергеевич освободится, молодец, пока грамоты вот здесь лежат, да? Если захочешь, он... или хочешь, мама подпишет, ты принесешь в следующий раз, и мы тебе подарок сделаем такой от клуба, лады? Молодец, Макар. Артем, не сиди, надо сделать без ног. Ну, он в двух номинациях участвует, на Егоре и фристайл. А Егору не дали разве грамоты? Да, вот дали? Тебе не надо ложиться. Смотри. Тебе на 15 поднимается. Вставай, тянись. Ну чуть-чуть, Машлин, помоги себе чуть-чуть, ладно, помоги. Пяточками упрись в пол. Да, тянись. А вот поднимайся выше, локотки загни. Я здесь понимаю, что это понятно. Согни ножки, ходи, пожалуйста, согни ножки. Умеешься, давай, тянись. Поднимай, отталкивайся, да, отталкивайся. Вот так надо, и отталкивайся. Вот, все, теперь садишься. Молодец. Это называется выход силы. Пошли, ножки выпрямляй. Выпрямляй, девушка, 10 раз подправить. Тянись. Закидывай локотки, вытягивайся. Так надо 10 раз делать. Это очень крутой упражнение. Но даже сильные ребята не все могут сделать. Никит, теперь смотри, Моисеенко. Не, или ты все сделал здесь? Теперь на элемент ты перешел. Элемент для тебя и для Вани, элемент надо сделать. 10 подъемов переворотом. Лады? Не, ну это же элемент другой. Штука на тарелке. А ты берешь свое и добавляй поверх переворота. Сергей начал ловить. Давай, Макар. Вот, тяни. Тяни. Голову вниз, Макар. Внизу, да. Ну, пока некоторым трудно, а тебе легко. Мне тоже. Макар, ну это трудно, если бы легко было сделать, делал бы по-другому. Ты знаешь, бы как легко сделать? Макар, смотри внимательно. Когда ты поднялся... Возьми на себя сам. Вот так, а не так, когда ты тянешься там. Так, стоп, секунду. Парни, на меня посмотрите, парни. Вы четко понимаете... Секунду, Роман! На меня посмотри. Вы четко понимаете, что все действия, которые вы производите на всех любых видах снаряжения спортивного и гимнастических турниках, все действия, они потенциально могут представлять опасность вашему здоровью. Вы это понимаете? Вы на себя ответственность берете, Макар. Что вы делаете, вы можете разбиться и сломаться, я не шучу. Вы все это понимаете? Вы точно это понимаете? Парни, никакой мат не спасет вас от переломов и от растяжений. Если вы будете падать бездумно и самонадеянно относиться к тренировкам, будут большие проблемы. Понял меня, Макар? Братан, аккуратнее, ноги, все четко должно быть. Все? Молодец. Сейчас будешь пробовать подъем переворотом. Вань, Никит, надо, чтобы сделать 10 подъемов переворотом. Это элемент обалденный. Это ужасно. Это офигенский элемент. Это четкий элемент. А?
Четкий. Тихо, Роман, ну ты же на высоком турнике. Ну ты что? Или ты не на высоком? Парни, вы определитесь сделать. Мне так как... мало будет, а маленькая маленькая. Как ты хитро бегаешь, понял что? Просто так, Ром, просто получается ты и там, и здесь, а и в руках. Артема, после подъема тренировки. Не ходите тут. Опасно, парни, сюда вообще не заходите. Сюда вообще, Никита, отойди оттуда, братан. Сейчас это задержка была. Я сейчас это, у меня руки скользят. Роман, давай, Я видел, куда он. Роман, не дай бог, я еще раз увижу, что ты делаешь это без петель страховочных. Я уже это предупреждал, вам ясно? Все точно ты понял? Солнышко не делает никто без страховок. Вы подтягиваться не умеете, Рома. Вы подтягиваете, вас сейчас спасает только лишь центробежная сила. Не дай бог, руки что, мало отлетал, что ли, Роман? Ты мало улетал? А? Не дай бог, я еще раз увижу, что кто-то делает солнышко, опасные элементы. Вращение на распрямленных руках, с распрямленными ногами, вокруг приклада, давайте солнышко. Делает только в страховочных петлях. Всем понятно? Нифига, ты сначала покажи мне, Роман, что ты 10 раз подтягиваешься, а потом начинай крутить. И что такое? Ты почему меня не предупреждаешь об этом? Рома, почему ты меня не предупреждаешь об этом? Я вас предупреждал, без петель не делать. Все, поехали. Вы подтягиваться не умеете, вы летите уже там на пизде. Есть подъем переворот для вас. Иван и Никита, иди сюда. Вам подъем переворот, иди сюда. Вот здесь делайте. Пойдем сюда. Да, вот так, смотрите. Вы зависаете, поднимаете ножки, переворачиваете, слезаете. Я не знаю. Нет, ты делай, ты делай. А вот вы поможете ногами отталкиваться. Поехали, Никит, ты здесь, Иван здесь. Ну, не получится еще. Делай еще раз. Уже. Артем, тебе уже. А тебе поехали. Делай. Поехали. Иван, поехали. Я Миша Аверин. Ты пердал. Сейчас смотри, тебе надо прийти вниз. Прямую присаживайся вниз, резко поднимайся вверх. Так, сделай, пожалуйста, так 50 раз. Потом ты научишься прыгать до прыгать. Когда 50 раз не делаешь. Потому что 50 раз не делаешь. Я удивлялся уже делать. Сейчас еще раз я вам что ты чухаешься, чешешься, будешь там второй раз сейчас будет. А 10 надо? Да. А я постоянно. Молодец, Макар, ты забыл. Заканчивай действие хорошей вытяжкой. Хорошей действием. Да. Уже вы. Красота нужна. Потому что еще больше. Егор, а попробуй вот такое действие, пока стоишь, и пошел через. Вот такое действие поделать, да раскрутиться. Ты бы чуть-чуть бы докрутил бы и смог бы руками схватиться. Он же могла как-то неправильно. Дергай сейчас, а потом из этого не получается. Смотри, какая штука. Смотри, ты можешь просто повисеть простого про один тренировочный. Зачем там мягко? Просто повисаешь ножками. Вращение делаешь. Второй момент. Да, пойдем сюда, чтобы не занимался, пойдем сюда. Пойдем. Ты можешь даже на петлях, на кольцах зависнуть. Пойдем сюда. Не переживай. Не, на этом лучше не надо. Смотри. Вот. Сюда. Зависай. Ножками начинает. Погоди, не торопись, не торопись. Не торопись, не торопись. Повис. Все, молодец. Стоп, не торопись. Ноги чуть-чуть покажи. Кач побольше, возьми с одной ноги. Раз, два. Да. Закручивай. Да. Еще. Вот одной ногой тебе надо махнуть. Да. Еще.
вращай, вращай. Все. Так, молодец. Осталось. А теперь смотри. Здесь раз. Руками вот так сделай. Корпус. Да. Пока, делай, делай. Сейчас. Нет, тебе не надо, просто на корпусе вот так сделай. Смотри, иди сюда. Сейчас стоишь, встань. А я здесь сделаю. Разрежь ножку. Ты просто забудь. И теперь выкручивай. Теперь покажу дискус, пошел поменяй. Туда, во-во-во, раз, поменяй. Слово даешь. Да. Прям вот 100%. Ты сам знаешь, что я отжимался. Что ты сейчас 10 раз отжался. Да. Вот прям только что. Да.
Только что 10 раз. Парни, кто-нибудь видел, что он 10 раз отжался? Нет. Секунду, у нас все есть. Камера. Ты прям слово даешь, что ты 10 раз отжался. Слово пацана. Какого пацана? Зачем? Мужчины, человека. Слово пацана, оно вообще ничего не значит. Я сколько раз видел пацанов, которые говорили, даю слово, и они не сдерживают. Их потом за это очень сильно ружится. Их потом очень сильно за это щемили. Телечеркал. Сериал. Я знаю, да, что это фильм. Ну, он фильм, это просто много фильмов, это сериал. Не боясь. Ради, куда ты пошел? Мы сейчас посмотрим, Никит, пойдем. Мы сейчас посмотрим, братан. Я серьезно не буду. Мы сейчас посмотрим, как он отжимался. Да. Мне кажется, он чуть-чуть нас обхитрил. Я на ютубе буду? Конечно, что себе не клип фильм, короткий клип. Не в этом? Надо посмотреть. Сейчас, погоди. Присаживайся. Только я тоже посмотрю. Под нее только это видеть. Да, это бицепс. Паяла. Чекай! Юр, чекай! Тебе надо. Юра, чекай! Я только что понял. Они делают. Что тебя разносят? Просто бит. Я не очень люблю обманывать. Если ты отжался, молодец, красава. Ром, прям 10 раз отжался, да? Да. Один ты. Ром, дай ну. 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 Не
Просто надо какое действие сделать, Фитос? Нечух. Нечух. Молодец. Мишка хорошо, когда есть проверка, нет, да? Куда? Куда тебе зонтик? Куда тебе зонтик? Никит, Никита, очень, Никит. Никит, очень, сами. Сами очень. Я посмотрю тебя. Подайте на воде. Первый. Егор, смотри. Второй. Я второй. Я три. Просто три. Первый. Давай, делай. Говори, второй. Вот что. Второй. Третий. Ром. Что, Артем, пожонглируем, пойдем? Мячиком будешь жонглировать? Делай. Егор. Ты пока на трубе мячиком не хочешь жонглировать? А зря, классно. А я грабли пошел. Очень обалдел, ловкость появляется. Держи, только не роняй и не бросай, пожалуйста, ладно? Помнишь как? Можно смотри. Я попробую не идти. Оп. 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 Давай. Вот сюда отходи. А, можно так пожонглировать. Парни, не просыпайте, пожалуйста, не просыпайте. Не просыпайте. Уборщица очень... переживает, что вот этой магнитом. Нет. Меня закрутило просто жестко. Макар, тебе надо учиться перелетать быстро. Перескакивать надо очень быстро научиться. А не перескакивать сейчас. А надо уметь перескакивать. А разве он по очереди, да, просто Макар? Да, я говорю первый, он сказал второй. Посмотрим. Никит, сделай вращение. Он так, второй? Никита, ты сейчас совершил, братан. Сейчас, когда да, выполнишь, стоишь, поправишь мат. Парни, я второй, ты что, забыл? Ноги, коленки, коленки, контроль. Контроль. Я здесь рядом с тобой. Я второй, вместе приставка. А теперь стоп. А теперь поправить надо маты. Стоп, нет, дыра, дыра, дыра. Поправить маты, парни. Остановитесь. Остановитесь. Поправить маты. 100% поправка маты стала без дыра. Ясно? Тихо. Давай. Сейчас кто? Сейчас Роман или Егор? Роман, сейчас Егор или ты? А я второй попробую тоже буду. Так, опять же Егор. Как вы? Значит, мы сейчас еще раз будем пытаться. Практически запрыгнули. У меня руки стоят, давай буду фиксировать я. Еще раз. Погоди, погоди. Я понял. Давай. Опа, не отвлекайте, пусть делает сам. Давай. Нет, Роман, да. Роман, пусть делает сам. Не отвлекайте. Вперед. Иди сюда. Назад. Назад не умеешь? Ты когда-нибудь сейчас перекладываешь? Я пол. Еще раз, вращение. Вот ты стоишь, тебе надо корпус открыть. Возьми под корпус. А сюда закрыть. Не корпус, а поворачивайся. Да? Да. То есть тебе надо увеличиться, раскручиваться. Вставай лицом вперед, вот сюда. Лицом перекладываешь. Вот этой ручкой нет, пожалуйста, стой. Что ты делаешь? Вот этой ручкой корпус сюда. А этой крутись, ножками подойди чуть-чуть. Оставь вот, вращайся. Да-да-да, вращайся, вращайся. Давай, вращайся, давай. Да. Ой, можно рукой зацепиться, вот так ее заводил. Вот, еще так подумай, как это будет. Так, делай. Молодец. Вращайся еще в другую сторону. Я просто буду прыгать. Так. А вот, на ноги! Когда ты летишь, тебе надо руку бросить на перекладину. Прямо бух, забрасываешь. У меня вот так. Давай еще пограни. Аккуратно. Аккуратно. Ты что, Боже? Куда ты? Я очередь. Я дальше можно сальто делать? Ну попробуй. Что мне тут делать? Блин! Тебе сделай набор. Меньше соскоку, больше действий. Я тут сначала залезу. Я выкидываю ноги. Ты видел, как полетел? Я научу.
делаем это действие, зависай туда. Мы сейчас делаем это действие. Я тебя немножко наоборот. Хватит поможет, чтобы будет руку поделать. Вот ты получаешь оборот больше. Закрыть. Давай. Вот я просто тебя не прыгай. Не прыгай. Готов? Вот смотри, тебе надо было по руке прокрутиться, да, команду. Понял принцип какой-то, что папа говорит, тебе надо прям туда раскрутиться. А еще, Егор, очень важный момент, смотри, Егор, смотри, куда делают. Некоторые ребята, знаешь, как делают, они прям в лёд, они вот так просто, не глядя рукой, бах. Но это надо уметь хотя бы висеть на одной руке, то есть это надо уметь зацепиться. И здесь, кстати, как раз поможет. Хват крючком. Давай, делай. Артем, где мячики? Ты убрал? Ты пожонглировал? Вы еще не засунули. Артем, ну пойдем еще поделаем действие. Пойдем? Крокодильчик, помнишь? Давай. Поделаем? На полу или на стойках на сразу? Вот так вот ручка там, помнишь, мы ставим. Вот так, я просто на полках сделаю. Давай, Леночка, чтобы отстой. Да, ходи отстой. Так. Оп, молодец. Да, молодец, молодец. Взял ручки, подтянул. И контроль. Давай. Держись. Можно головой упрысь, как я. Упрысь лбом. И ножки поднимай. Давай, держи. Ну-ка, давай. Молодец. Получается, конечно. Еще. Держи. Молодцы. Из этого же разряда у нас есть. Возможно, он занимается не просто уже в этой жизни, а еще он в прошлом. Рома, делай. Или каким-то воинским умением. Смотри, а сейчас да, лягушка, молодец, да. Так, помнишь, нам надо бедра внутреннюю часть. Да. Молодец. Прям берешь и так вот закидываешь ножки на плечо, на локоть. Да, вот так надо подняться и держаться. Здесь тоже очень важный момент. Оп! Равновесие. Сохранение. Я смотри, тут я могу сойти вперед. Давай. Еп. Опасно. Ну, красиво, но опасно. Тебе надо в кино. Что и бог стоял. Да? Ну, причину, кто виноват, да, всегда можно найти. Я Никита, вас вообще тебе, Никита, надо в кино сниматься в боевиках. Давай! О! Сейчас был чуть не очень. А как не очень? Он ударяет. Сейчас Олег еще умер. Я знаю, что он ударяет, но сам факт, что делает, молодец. А теперь, Артем, мега уровень будет, барона. Сам факт в том, что у меня не такой градус, как на обычном. Барон, всего. Помнишь, когда мы делаем, помнишь, когда вот мы лягушку делаем вот так, а ворону нам надо локтями упереться прямо вот сюда. Ой, отставить локтями, коленками, смотри, вот видишь у нас коленки, да? Смотрите на пальцы. Молодец. Парни, перерыв 5 минут попить ему туалет, смотри. Прям коленки. Не вот так, а вот прям упрись коленки. Прям самими костяшками. Да. Это очень удобно. Это удобно. Смотри, мы прям поднимаемся вот так. Получится. И прям коленочками надо упереться. Такое равновесие. Попробуй. Это трудно, но
терпи, терпи. Да, здесь надо живот очень сильно напрячь. Очень надо живот сильно-сильно напрячь. И тебе надо, знаешь, больше заваливайся вперед. А потом, Артем, когда ты сможешь вот так подержаться, допустим, да? Ты держишься. А потом можно попробовать. Поднять одну руку. Тихо-тихо. Напрягай руки, грудь, плечи. Живот, ноги, живот напрягай. Все. Никитос, ну ты чё, братан? А сколько раз? Давай 20 раз. Это всего лишь 20-ка. Всего лишь ты 10 раз сделал. Я тебе не просто так сказал, Никита, я тебя сейчас подстрахую. Он же переживает о тебе. Причем я тебя останавливаю. Иваныч, получается? На ноги тоже стоит. Молодец. Лямка. А, лямка, сейчас куда не просто. Thank you.